Первоуральские металлурги стали призерами всероссийских соревнований по оказанию первой помощи пострадавшим, которые проходили в рамках большого тренировочного дня. Конкурс состоялся в Ленинградской области и собрал несколько сотен представителей крупных промышленных предприятий и организаций России. Участники команды Первоуральского новотрубного завода ТМК, которые окончили на предприятии курс добровольцев-спасателей, продемонстрировали свои навыки на 11 этапах соревнований. Металлурги оказывали доврачебную помощь пострадавшим в различных ситуациях на производстве и в быту, например, при предполагаемом взрыве газового баллона или дорожно-транспортном происшествии. В качестве экспертов конкурса выступали профессиональные спасатели. Сейчас движение «Добровольец-спасатель» состоит порядка 600 первоуральских металлургов. Лучшие представляют предприятия на соревнованиях в рамках большого тренировочного дня. На нем новотрубники выступают третий год подряд, каждый раз завоевывая призовые места. Как говорят сами участники, такой опыт им пригодится в жизни. Самое главное – это справиться с адреналином. То есть, когда случается стрессовая ситуация, мозг почему-то отключается. Данный опыт, он непременно помогает справиться вот с этим даже не страхом, а с волнением и помочь в будущем уже включать голову. Подобные навыки могут помочь в любой нештатной ситуации, не знаю, упавшее дерево, человек споткнулся и так далее и тому подобное.